хочу вам прочитать такие вот слова. Завещание, вернее, оставленное матерью Терезой. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайной личной корости, все равно продолжайте проявлять доброту. Если вы честны и откровенны, люди будут вас обманывать. Все равно будьте честны и откровенны. Если вы воспарили на крыльях счастья, люди будут вам завидовать. Все равно будьте счастливы. Добро, которое вы сотворили сегодня, на завтра люди забудут. Все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшими, что у вас есть. Лучшим, что у вас есть. Хотя это никогда не будет достаточно. Все равно делитесь самым лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что это все происходит между вами и Богом. И никогда не было между вами и людьми. Вот такие вот слова оставлены здесь.